Здравствуй, житель интернета. Это 23-е освобождение «Как не быть славным парнем». И оно заключается в следующем. Прежде чем устанавливать границы, вы должны понять, как далеко вы отступаете от своей линии, стараясь избежать конфликта и сохранять мир. Проследите за собой в течение следующей недели. Говорите ли вы «да», когда хотелось бы сказать «нет»? Соглашаетесь ли вы сделать что-то, чтобы избежать конфликта? Решаете ли вы не делать что-то, потому что кто-то может расстроиться? Позволяете ли вы недопустимые ситуации, надеясь, что все пройдет само? Запишите свои наблюдения и обсудите с надежным человеком. И, собственно, наблюдение – это то, что в мою комнату вторгались не раз без стука никто и хочет от меня что-то. Например, как это делал отец, который просто вломился в мою комнату и такой: «Ой, исправь вот это!» Вообще не ценил личное пространство, которое у меня есть. Вот это было, да. А также то, что меня подметили, это по работе, это проект-менеджер мой. Это то, что... Это она, во-первых. Во-вторых, она, как я заметил, как мне кажется, хочет всех, так сказать, сделать своими собачками. Под каблук свой затащить. Надо будет ей сказать, что я буду тем, о чем ломается женский каблук. Как-то ей так вот сказать. Потому что она принижает меня, и я это просто впитываю как губка, лишь бы избежать конфликта, лишь бы от меня отъебались. Также, кстати, от своего босса я принимаю любую критику, даже как-то не пытаюсь сопротивляться. Я понимаю, что это ошибка, но я рассказываю, почему это совершил. Почему, то есть, то, что для босса ошибка, почему для меня это не ошибка, я обычно не рассказываю. Я как губка впитываю это. Потому что так я могу избежать конфликтов и чтобы быстрее от меня отъебались. Это то, что я подметил. Хотя тут на целую неделю, но у меня неделя работы, дом работа. Еще не меняется. Вот такие вот вещи, которые сильнее всего выделяются, я подметил. Как минимум за этот месяц. А я, наверное, буду проводить. Постараюсь не забыть делать это упражнение, то есть избежать, посмотреть, когда я терплю, так сказать, как впитываю в губка, и не могу сказать «нет», так сказать, не ставлю границы на эту неделю со своими близкими, с работой, и, наверное, знакомыми. Почему «наверное»? Потому что по факту у меня их нет. Но если я не буду, то я отвечу. Почему именно сейчас пишу? Ну, потому что я думаю, через неделю я уже уйду в далекие-далекие. Уже будут другие освобождения. И я просто забуду о существовании этого освобождения. Поэтому, как минимум, надо мониторить эту неделю. Те случаи, когда я впитываю это. Ну, как-то вот так. Бай.